В деревне мы заглянули в погреб. Под этими теплыми одеялами скрывается наше сокровище. Запас картофеля. Что-то пойдет на семена, а что-то можно будет смело употребить в пищу. В процессе переборки вот этого количества картофеля, мешков 20, может быть даже и 40, всего и не упомнишь. Нам удалось обнаружить вот такие экземпляры. Кто-то скажет жопа, но мне кажется, больше похоже на сердце. Особенно если смотреть на этого представителя. Прелесть, правда? Ну или можно сказать сердце здорового, а это не очень здорового человека. А еще нам удалось найти вот эту веселую семейку. Рожицу пририсовала мама. По-моему, у нее талант. Ставь лайк, если думаешь так же.